Компания «Казах-ювелир» привезла в Караганду выставку-продажу эксклюзивных изделий. Серьги, кольца, подвески, изделия с бриллиантами из новой коллекции теперь можно приобрести в салоне «Казах-ювелир» со скидкой до 20%. Специально для клиентов и гостей салона на период выставки прибыл специалист по драгоценным камням и металлам из Алматы. Подробности в материале нашего корреспондента. Здесь мы представляем наши эксклюзивные изделия. Это колье с бриллиантами. В первый же день, узнав об акции, в салон ювелирных изделий «Казах-ювелир» пришли многие почитатели изысканных и качественных украшений. Марина Чунту с завидной регулярностью посещает этот салон, рассказывая, что еще нигде не видела такого большого выбора драгоценностей. Я получила смс-сообщение о том, что в «Казах-ювелире» проходит выставка-продажа ювелирных изделий. Я постоянно прихожу сюда, потому что я знаю, что я могу спокойно, честно, я доверяю качеству, потому что здесь мне дадут хорошую информацию по ювелирным изделиям. Несмотря на все трудности первых лет независимости Казахстана, компания смогла сберечь славные традиции, высокое качество и доверие своих клиентов. «Казах-ювелир» сотрудничает с крупнейшими ювелирными компаниями России, Армении, Италии, Украины и Белоруссии. В эксклюзивной ювелирной коллекции представлены украшения зарубежных мастеров, а также изделия отечественного производителя завода «Скиф». Мы не боимся своих конкурентов, потому что наши изделия говорят сами за себя. Мы предлагаем достойный товар. Все изделия собственного производства и импортируемые изделия проходят проверку в пробирной палате нашей республики. У нас есть свои эксперты, гемологи, которые тоже проверяют эти камни наши свои и камни наших поставщиков. То есть проходит изделие у нас двойной контроль. Эксперт-гемолог Бакша Дамибаева специально на период акции приехала из Алматы. По ее словам, любой желающий может прийти в салон «Казах-ювелир» в Караганде и провести бесплатную экспертизу своих украшений. Выставка-продажа будет проходить в шахтерской столице с 1 по 5 августа. Посетитель, который приобретет на выставке какое-либо ювелирное изделие, получит в подарок денежный купон для приятных покупок. А 10 августа для всех покупателей состоится розыгрыш призов с главным призом – изделием с бриллиантом. Марк Брюшко, Жасулана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.